Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, помогите мне! Господи! Господи! О, Господи! О, Боже! Нет! Боже мой! Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Помогите, пожалуйста! Нет! Умоляю вас, не надо! Пожалуйста! Боже мой! Нет! Пожалуйста. Нет. 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 Нет, пожалуйста. Тьма в Гаване.
С днем рождения, друг. Боже. Ты опять про него забыл, да? Похоже, что да. С днем рождения, Карлос. Я за тебя беспокоюсь. Твое здоровье. За Карлоса. Спасибо. Будь всегда старше, чем я. Так что, ты уже закончил работу? Близок к концу. Продуктивная ночка, да? Да, что-то вроде того. Не хочешь съездить развеяться на пару дней? Да, это, наверное, не помешало бы. Хемингуэй на Кубе. Название говорит само за себя. В чем проблема? Даже не знаю. Дело в том, что... Понимаешь, у меня в голове... Я придумал, что я хочу сказать, но... Я не знаю, как это выразить. Просвети нас. Ну, очевидно, что пишу про Хемингуэя и его жизнь и работу на Кубе. И ты на этом фокусируешься, так? Не знаю. Чувствую, что что-то упускаю. Я... Просто не могу найти крюк, на который все можно повесить. Почему другое не напишешь? Джон, что? Джон, нет. Я давно уже над этим работаю и хочу написать именно это. Не знаю, я просто... Подумываю... Поехать на Кубу и провести там некоторое время. А что мешает? И я о том же. Я должен просто съездить и все. Я бы тоже с удовольствием съездила на Кубу. Правда? Мне ты этого не говорила. Ты не спрашивал? В твой туалет заходить безопасно? Самое чистое помещение в квартире. Зацени. Ну и ну, ты серьезно к делу подошел? Конечно, серьезно. Сколько уже встречаемся? Ну, тогда мои поздравления. Не спеши открывать шампанское, она еще не сказала «да». Но скажут. Все знают, что ты ей нравишься, и она тебя любит. Думаешь? Да. Иди сюда. Ну ладно. Поздравляю, мужик. Что здесь происходит? Ну что, какие планы? Планы на что? На твой день рождения, чудак. Куда идем? Ну, не знаю. Может, сходим выпить. Какой тухляк. Во сколько? Может быть, в 7? Значит, увидимся всем в Веру? Я согласен. В 7 в Веру. Эй! И не опаздывай. Я не опаздываю. Не опоздаю. Не опоздаю. Обещай нам. Обещаю. Я могу вам помочь? Да. Я ищу Джошуа. Он будет в отпуске пару недель. Правда? Он мне ничего про это не говорил. А вы кто? Я Карлос Караско, друг Джошуа. Я сюда часто прихожу. Да, точно, Карлос. Мы не встречались, но Джошуа рассказывал о вас. Я Фрэнк. Рад знакомству. Он попросил меня присмотреть за магазином. Пока он по каким-то личным делам за городом. Ничего серьезного, надеюсь? Я и сам толком не знаю всех деталей, однако... Джошуа говорил мне, что вы заглянете сюда. Правда? Да, даже оставил для вас кое-что. Прошу, следуйте за мной. Por favor. Джошуа говорил, вы работаете над эссе. Что-то про Хемингуэя, верно? Да. Он посчитал, что это пойдет вам на пользу. Тьма в Гаване? И что это? Взгляните сами. Она на испанском. Но большинство фраз весьма замудренные. У меня тоже такое впечатление. А кто автор? Он анонимный. Но это как раз самое интересное. Джошуа говорил с одним парнем на аукционе, где купил ее. Тот сказал, что книга принадлежала двоюродному деду Антонио Гаторно. Антонио Гаторно. Угу. В манускрипте была также коллекция писем. Вот. Узнаете подпись?
Да. Это же... Хемингуэй? Кто знает? Антонио Гаторно был кубинским художником и очень близким другом Хемингуэя. Переехал в Нью-Йорк и прожил здесь больше 20 лет. Джошуа сказал, что этот манускрипт – часть коллекции книг, привезенных из Кубы в 80-х. Мы твердо уверены, что эта книга – один из утерянных манускриптов Хемингуэя. Ну или хотя бы его часть, потому что он, видимо, не закончен. Видите? Для него это место началось с темноты, которая привела его к боли и ужасу. Ужасу столь пугающему, что он испытывал его до конца дней. Прошу вас, возьмите ее. Нет. Нет, я не могу. Просто, если это то, о чем вы говорите, он стоит целое состояние. Кстати, Джошуа сказал, что вы могли бы помочь нам с этим. Ну, конечно. Конечно, без проблем, но... Но я не могу взять его себе. Джошуа настаивал на этом. Вы уверены? Уверен. Абсолютно. Джошуа вернется через пару недель. Обещаю вам, что позабочусь об этом. Будете говорить с Джошуа, передайте ему спасибо. Да, обязательно передам. Я стоял через улицу от того здания в Гаване. Это было чистейшее зло и ничего больше. Там было что-то... Было что-то... Что такое? Что такое? Уже 8:15, а тебя все нет. Дай мне 20 минут, скоро буду. И тут он понял, что с деньгами какой-то бред у него. И что он сделал? Замахнулся. Почему я не удивлена? На чьей ты стороне? Ну что, как продвигается твое эссе? Хорошо, хорошо. Вообще-то... Сегодня случилось кое-что, что может очень помочь. Сэр, ваш столик готов. Вы же помните Джошуа, правда? Владелец книжного магазина на 83-й. Да, милый парень. Тот, который тебе в трусики лез. Неправда. Слушайте, этот парень недавно приобрел кучу всего на аукционе. И одной из вещей оказалась старая книга, рукописный манускрипт. И они считают, что он может принадлежать перу самого... Хемингуэя. Да ладно. Да. Просто здорово. И? В смысле и? Джон. Это же настоящая сенсация, понимаешь? За свою жизнь Хемингуэй написал кучу классных книг. Особенно, когда жил на Кубе. И букинисты считают, что манускрипт — это одна из его работ. А откуда ты знаешь, что манускрипт настоящий? Ну, именно это я и пытаюсь понять. Я работаю над этим, и если я смогу это доказать, то получу фундамент для своей работы. Назову ее «Раскрытие спрятанной загадки Хемингуэя».
или «Разгадка неизвестной доселе работы Хемингуэя». Звучит неплохо. Неплохо. Это рабочий вариант. Хорошее название. Да, я бы прочитал. Но мне надо съездить на Кубу, чтобы все изучить. О чем я и говорила. Ну так давайте съездим. Почему бы не поехать? На выходных, давайте. Похоже, ты перепил слегка. Вместе? Ну да. Просто возьмем и поедем? Да. Я работу на неделе закончил, как и ты, так что... Слушайте, я пойду возьму нам еще по одной. Но если вы все же решите поехать на Кубу, я не буду против. Мы же не помешаем исследованию, правда? Нет, нет. Ладно. Ну выручи меня, чувак. Не видел взгляда, что ли? Да, но... Это идеальная возможность сделать предложение. Да. Точно. Дошло, да? Да, ты прав. Да. Ну, тогда поехали на Кубу. Да, поехали на Кубу. Отлично. Итак, каков ваш вердикт? Давай тост. За Кубу. За Кубу. За Кубу. Пошли. Ну вот, мы и приехали. Круто. Кстати, Карлос, ты здесь вырос? Родной город? Нет, нет. Но я жил совсем недалеко отсюда. Пойду вещи разберу. Чувак, ты не знаешь пароль от Wi-Fi? Я же говорил, что здесь очень плохая связь. Не бойся. Скоро мне тоже придется идти искать, где ловит. Похоже, плохо мы подготовились к поездке. Ну так какой у нас план? Ну? Для начала я хочу съездить в одно из мест, где Хемингуэй жил. Хотите со мной? Нет, я пас. Я больше по рому и сигарам. Понимаешь? Хорошо. А я хочу поехать. Думаю, это отличный. Прекрасный план. Конечно. Солнце, выкуришь свои сигары ночью. Выходим в 5. Староватые здесь постройки. Да. Эй, amigos! Эй! Какую дирекцию buscan? Hemingway House. Да, отлично! Идите сюда! Какой дружелюбный. Что? Это мой дом. Quieren ver mi casa. Yo hablo español. $20. Esta es la habitación.
Sí, miren, Marta, la jevita de Hemingway, la jevita, sí, quería un lugar tranquilo, ¿no? Miren, lo más importante de todos, esto sí es una joya. Esto lo escribió Hemingway. El ciudad. Que está hacia allá. Кстати, где ты был? Ты куда-то пропал? Решил осмотреться и поискать что-нибудь. Нашел? Думаю, да. Смотрите. Круто. Ты знаешь, что это значит? Нет? Готов? Что? Готов к чему? Идти гулять. Карен уже оделась. Нет, извини, я сейчас не смогу куда-то идти. Нужно найти место с интернетом, чтобы... Ты чего это, а? Я же пошел с тобой смотреть на дом Хемингуэя, а ты... Мне нужно начать как можно скорее, правда? То, что тебе нужно, это расслабиться. Тебе нужно выпить. Почему нельзя дописать до точки и пойти? Это же твой любимый ресторан. Отлично. Хорошо. Место хорошее. Ей понравится. Кстати, ты хочешь это сделать сегодня? Нет, не знаю. Чего-то не хватает, и настроение какое-то не такое, и погода... Ну что, ребята, готовы? Ты с нами, Карлс? Нет, боюсь, нет. Как видишь, мне нужно закончить кое-какие дела, так что... Знаешь, даже Хемингуэй иногда отдыхал и ходил выпить. Она права. Слушайся ее, она умная. Давай, пошли. Эй, привет. Говоришь по-английски? Нет, по-испански. О, круто, брат. У меня есть все, что хочешь. И таблетки, и девочки есть. Мне интернет нужен. Интернет? Это стоит дорого. И найти тяжело. Только в отелях. И цена какая? Ну, 5. Ладно, пошли. Хорошо, тут недалеко. Пошли за мной. Я сейчас приду. Пойдем. Ну, Рауль, давай объясню. Тебе нужно добавить масло, лук и воду, и все получится идеально. Подожди минуточку. Какой сюрприз, племянничек? Тетя Кончита. Привет, как ты? Как ты? Как сестра моя? Хорошо. Зачем пришел? Просто привел парня, ему нужен интернет. Да? А доверять ему можно? Ну, конечно, тетя. Уверен? Ты меня знаешь. Ну ладно, не стесняйтесь, проходите. Давай, брат. Заходите. Вот. Чем богаты? Всего немного, но есть можно. Большое спасибо. Приятного. Спасибо. Так что ты тут делаешь? Я провожу исследование этого места. Знакомо? Это опасно. Называется Фула. Лучше не связываться. Фула? Да, Фула. Оно странное. Те, кто туда заходят, больше не возвращаются, пропадают. Не ходите туда и забудьте про этот сайт. Поверьте мне. Thank you.
И, чувак, спасибо за интернет. Было просто супер. Вот, сделай еще глоток. Спасибо. Не за что. Спасибо, было очень кстати. Да, конечно, для здоровья очень полезно. На здоровье. Кстати, а где ты такое берешь? Друг дома делает напитки. Вот так и все. И знаешь, что произошло? Девушки пошли такие, что им нужны одни только деньги. Деньги. Конечно, хочешь еще? Признай, тебе же понравилось. Да, мне реально понравилось. А я о чем говорю? Ты ни слова не сказал про мой кубинский прикид. Это кубинский прикид? Да. Мне так на улице сказали. Нисколько он не кубинский. Нет. Тут же так ходит. Серьезно? Уверена, он нашел дешевую одежду, и ему стыдно в ней ходить. Сам видел, тут все такие штаны носят. Мы тебе верим, конечно. Карлос, ты должен устроить нам тур по своему городу. Я бы с удовольствием, но вы должны понять, что я здесь работаю. Я приехал сюда работать. Прикинь, он работает. Да, можешь не верить, но я много классного для себя открыл. Правда? Да. Расскажи нам. Ну, понимаешь, не знаю, но что-то вроде появилось. Но не хочу, чтобы вы подумали, что я сошел с ума. Мы и так знаем, что ты сошел с ума, Калис. Это уж точно. Я нашел одну главу в манускрипте. И там есть упоминание о каком-то доме. Заброшенный дом. Оказалось, что дом закрыли в 58-м, когда полиция нашла в подвале 5 трупов. В то время Хемингуэй был здесь. И я считаю, что он серьезно заинтересовался этим, потому что он исследовал что-то для своей книги. А этот манускрипт — это что-то вроде дневника, который он использовал, чтобы отследить убийц. И если я смогу доказать это, то меня заметят и 100% даже опубликуют. Очень занятно. Звучит интересно. А что случилось с теми трупами? Тела были изуродованы. Какая прелесть. Ну, в качестве истории. Ладно. Получается, нам остается только одно. Сходить к этому дому и проверить, что там как. Кстати, он близко к месту нашего проживания. Идеально. Близко? Насколько близко? В паре кварталов. Нет причин не сходить. Вот почему мы не в гостинице. Чтобы этот парень смог сходить в тот дом. Хитрый-хитрый Карлос. Что ты делаешь, чудила? Давай я тебе хоть свет. Нет, нет, не надо. Просто иди сюда. Скорее.
На что ты смотришь? Видишь того мужика? Он ушел. Ребята, что там у вас? Возвращайся в постель, я сейчас приду. Ладно, иди-ка ты спать. Он ушел. Давай. Пошли. Выйдешь за меня? Это да? Это да. Карлос, у нас появился повод отметить. Мы обручились. Молчишь? Серьезно? Карлос, ты меня слышишь? По-моему, ты не осознаешь. Что? Всю прелесть момента. Вы должны кое-что увидеть. Что там? Сам не знаю. Ну вот теперь я начинаю все понимать. Кто она? Где ты это взял? Кто-то подсунул это под входную дверь. Наверное, по ошибке соседи. Карен, это не ошибка. Видишь почерк на фотографии? Видишь? Здесь такой же. Ладно. Отлично, это прогресс. Теперь у нас две причины, чтобы отметить. Нет, ничего мы отмечать не будем. У нас нет причин. Ты что, не понимаешь, что происходит? Серьезно? Ты этого не видишь? Они знают, зачем я здесь. И это предупреждение. А тот парень? Ты же сам видел, как он стоял там вчера. Посмотри мне в глаза и скажи, что это нормально. Какой еще парень? Какой-то стрёмный мужик наблюдал вчера за Карлосом. Слушай, это Куба, старик. Мы и ожидали подобное. За мной постоянно кто-то наблюдает. Я на нервах. Меня преследуют, я это чувствую. Слушай, ты становишься параноиком. Нет, ты не понимаешь. Посмотри. Успокойся, чувак. Какого черта? Простите. Как хочешь, сумасшедший. Чувак, какого хрена? Извини. Но ты же знаешь, я люблю тебя. Возьми себя в руки, слышишь?
Мы можем снять небольшое судно. Очень дешево. Что-то мне не нравится. Взгляните на это. На что? На что нам... На номер на здании. Он совпадает с фотографией. Ну и? И что с того? Ты, должно быть, издеваешься. Мне это надоело. Тот же дом, номер, здание, улица, все. Разве вы не видите? Та женщина, кем бы она ни была, пришла сюда из-за этого. Может, забьешь на это? А что значит забьешь, Джон? Джон, я хочу домой. Детка, подойди, пересядь. Нет, я хочу домой, сейчас же. Я хочу праздновать, а Карлос ведет себя как чокнутый, так что поехали нафиг отсюда. Послушайте, простите, что я мешаю вам с праздником, но здесь точно что-то скрыто. Я это чувствую, это ненормально. Если ты так беспокоишься, иди в полицию. И что я им скажу? Они не будут меня слушать. Я знаю. Я тоже не хочу тебя слушать. Слушай, просто помоги мне. Это все, о чем я прошу. Помочь чем? Мне нужно попасть в то здание. Мне нужно увидеть, что внутри. Ладно, Джон, Карлос хочет попасть в то здание. Так пойдем и посмотрим. Пошли. Прямо сейчас. Как мы туда попадем? Я уже пробовал дверь. Она закрыта. Даже не пытайся. Ты же сказал, что она закрыта. Она и была закрыта. Привет! Есть кто? А тут неплохо. Покрасить бы стены, сделать ремонт, чуток прибраться. Это же настоящий мрамор. Очень круто. Посмотрим, что тут наверху. Карлос? Я здесь. Что это? Я без понятия. Твою мать! Давай! Кто там? Есть кто? Давай же! Давай! Люди! Нас кто-нибудь слышит? Твою мать! Должен быть другой выход. Ну, что там писал Эрнест в книжках о таких дверях? В манускрипте есть? Вот ведь, застряли. Что это такое? Просто здорово. Ничто не может сравниться с охотой на человека. И тот, кто полюбил ее, тот... Это цитата Хемингуэя. Ясно. Что это значит?
Это краска такая? Нет, стой, не трогай это. Ни на что другое. Ну, конечно же. Ну, я пытался. Как мы будем выбираться? Где-то должен быть другой выход. Это было бы круто. Пойдем отсюда. Черт. Что это? Что за... Куда мы идем, Карлос? Пройдем по коридору. Ты спятил? Мне кажется, нам нужно идти туда, где свет. Мы не знаем, кто его включает. Может, вернемся и поищем выход там? Там нет выхода. Там ничего нет. Нужно пройти коридор и поискать его там. Я никуда с тобой не пойду. Я так устала от этого бреда. Ты нас в него впутал. Я не просил вас ехать. Ребята, хватит. Соберитесь. И что теперь? Постой. Да что за... В чем дело? Он выключился. Ну и теперь куда? Не знаю. Ага. Идите вдоль стены. Взгляните, что там. Ладно. Я пойду первым. Но сначала посмотрите на всякий случай. Что там? Нормально, нормально, никого. Я боюсь. Осторожнее. Что это за место? Детка, я не знаю. Проклятие. Ну же, Карлос! 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 На помощь! Карлос! Шарм! Помогите! Карен! Пожалуйста! Пожалуйста! Прошу! Это я. Что там у вас, ребята? Черт! Добро пожаловать. Вы прошли через эту дверь по собственной воле. Так что теперь
Игра должна начаться. Удачи. До начала игры 60 секунд. Прежде чем я натравлю их на вас. Что? Я советую использовать ваше время разумно. Бежим! Джон, это ты? Сука! Не надо! Не надо! Не надо! Нет! Нет! Карлос, где... где Карлос? Тише. Нужно его найти. Пошли. Ладно. Пошли внутрь. Джон, пожалуйста, я не могу. Тише. Черт. А если нас сейчас убьют? Джон, я не могу, не могу. Посмотри на меня. Тише, мы выберемся отсюда. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Все. Все. Ты готова? Да. Ладно. Бежим. Вот черт! Бежим! Бежим! Осторожно! О, боже!
Бежим! Ты сможешь. Боже, ну же. Погоди, постой. Черт. Нет. О, Господи. Беги, беги. Давай. Надо ее вытащить. Нет, не надо, оставь ее. Просто вытащи эту чертову штуку. Ты стечешь кровью. Как больно. Вот черт. Вы в порядке? Карлос. Карлос, дверь. Держи дверь. Он там. Черт. Вытаскивай. Что? Давай. Все. Ты как? Сейчас перевяжу. Смотри, вентиляция. Там можно пройти. Нет. Ну же, вентиляцию. Жесть. Черт. Thank you.
Нет! Стой! Зачем вы это делаете? Вы должны играть в игру. Мы просто хотим уйти. Никто не вернется домой. Боже. Господи. Вставай. И закончи дело. Черт. Они недалеко от соседней комнаты. А теперь подымайся. Ступай за ними и сделай это. Давайте сюда. Я тебя держу. Давай. Я не могу. Можешь, можешь. Давай. Продолжай идти. Я не могу. Не могу. Не могу. Давай. Ты должен. Все нормально. Не надо было приводить вас сюда. Мне не следовало этого делать. Просто не останавливаемся, а ладно? Давай. Боже, открывайся! Давай, сюда. Карлос, пошли, Карлос. Карлос. Давай. Нет, нет. Боже, нет. 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 Боже. Какой прекрасный день. Нам нужно идти. Нужно идти, милый.
Детка, пошли. Что это за место? Они в скотобойне. Стой! Не шевелись, сука! Кто вы такие? Кто вы? Я... никто. Что это? Это игра. Какая игра? Вы сами решили в нее играть? Нет. Вы нашли книгу. Вы нашли это место. Как и те, что были до вас. Как нам выбраться отсюда? Вы не сможете. Это невозможно. Джон, пошли. Идем. Нет. 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 Ты нарушил правила. Нет. Я все исправлю. Я могу играть в игру. Джон.
Джон! 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 Черт! Детка, держись! Джон! О, боже! Удобно, да? Это будет долго и болезненно. Девочка. Нет, сэр. Мы этого не ожидали, сэр. Да, сэр. Гарантирую вам, что она не уйдет живой, сэр. И если уйдет, то недалеко. Все игры закончены, сэр. Нет, сэр. Никаких выживших. Еще один тираж книг будет отправлен сегодня, сэр. Они будут доставлены в ближайшие 24 часа, сэр. Не волнуйтесь, сэр. Мы позаботимся о ней, сэр. Как всегда, сэр.
Ваша чертова игра окончена! Эй, Камачо, мы в правильном месте. Она указала этот адрес. И ты ей поверила? В ее историю трудно поверить. Кто знает, мало ли во что американцы на Кубе могут вляпаться. Здесь ничего нет. Я ничего не вижу. Если здесь кто-то и был, следов не осталось. Все чисто. Гонзалес, окажи услугу, приведи сюда ту девушку. Ладно. Мэм, здесь ничего нет. Ни крови, ни комнаты слежения, ничего. Вы должны мне поверить. Вы должны. Мои друзья, они были здесь. Эти люди меня так изувечили. Они убили их. Они убили моего бойфренда, прошу. Пытались убить меня. Пожалуйста, поверьте мне, прошу вас. Успокойтесь. Здесь нет никаких доказательств. Давайте я вам покажу. Я покажу, покажу. Успокойтесь, мадам, успокойтесь, хорошо? Прошу. Тише. Я покажу вам, хорошо? Я не придумала это. Вы должны мне поверить. Он был здесь. Это было здесь. Он
был здесь. Он... Нет. Он... Это... Спокойно. Нет, он был здесь. Он точно был здесь. Лежал тут. Мэм, тише. Нет, нет, вы должны мне поверить, пожалуйста. Пожалуйста, отвези ее в аэропорт. Отправь первым рейсом домой, понял? Мэм. Он был здесь, нет. Мэм. Это все было здесь. Вы должны мне поверить. Нет. Мисс Джонсон. Прошу, не кричите. Пожалуйста. Пожалуйста. Расслабьтесь, мисс Джонсон. Если бы я хотел вас убить, то уже бы это сделал. Напротив. Я здесь, чтобы поздравить вас. Вы должны гордиться собой. Вы первые, кто смог пережить наше мероприятие и остаться целой. Правила нашей игры просты, и им нужно следовать. Тот, кто знает об игре, не остается в живых. Без исключений. Вы нарушили это правило. Вы выиграли. Но, дорогая моя, это не конец. Кто вы? Не имеет значения, кто я. Важно лишь следующее. Куда бы вы ни бежали, а где бы вы ни пытались спрятаться, мы будем там. Мисс Джонсон. Ничего не окончено. Пока мы этого не скажем. Вы понимаете? А теперь новые правила. В течение 2 часов вы покинете это место. Через 2 часа мы откроем на вас охоту. Вы потеряли 4 секунды, мисс Джонсон. Увидимся по ту сторону, мисс Джонсон. Thank you.
забудь. Твоя любовь словно белый снег. Она искрилась на песке, мне было больно смотреть. Да ты и сам, наверное, ослеп. И что же будет, если я останусь с тобой, а то другой уйдет навсегда? Ты будешь жарить меня на горящем песке, а я буду тебе неверна. Yeah.